В этом году зима радует морозами, но это не причина отказываться от традиционных зимних забав. Тем более в преддверии новогодних каникул. В областной столице начали работать открытые катки. Где можно покататься, узнал наш корреспондент. Катки уже залиты и ждут любителей катания на коньках. Первым в городе начал свою работу каток в Парке Победы. На площади Славы, у торгового центра «Рубин» и «Декатлон», в спорткомплексе «Планета», а также у Дворца творчества детей и молодежи. А самая большая ледовая площадка открыта на Тверском ипподроме. Катание на коньках – красивый и полезный вид досуга для всей семьи. Пребывание на свежем воздухе – оно всегда полезно. Очень важно гулять, очень важно любые виды двигательной акции. Очень полезно приходить на отдых с детьми, но очень важно учитывать возраст ребенка. И, конечно, чтобы не вселить ему страх, наверное, сначала нужно прийти показать, насколько это здорово, красиво. На протяжении всей зимы в Твери будут работать около 20 катков. Кроме того, на площадке, что в Парке Победы, будет работать горка. В местах массового катания оборудованы раздевалки и прокат коньков. В некоторых местах работают буфеты, горки и прокат тюбингов. На самых больших катках, конечно же, есть инструктора. И очень важно, есть такие вспомогательные игрушки, помогашки, которые помогают ребенку и даже взрослому, если он не умеет кататься на коньках, устойчиво почувствовать лед. И вот уже потом плавно переходить на катание самостоятельно. К слову, на дворовых территориях работают бесплатные катки. На улице Паши Савельевой, Дружины и Луначарского.